В ночь на вторник в поселке Красная Речка у собственной квартиры найден зарезанным 42-летний местный житель. Произошло это около 4 часов утра. Хоть потерпевший и не подавал признаков жизни, для него вызвали скорую помощь. Медики, прибыв на место, лишь констатировали наступление биологической смерти. По примерной оценке врачей, мужчина скончался за 3 часа до их прибытия. Медики обнаружили проникающее ножевое ранение, вследствие которого было повреждено легкое. Кроме того, у мужчины имелся порез на шее, который вполне мог быть следствием этой же ножевой атаки. Нападение на хабаровчанина, похоже, произошло у входа в подъезд. Раненый смог одолеть один лестничный пролет, направляясь к своей квартире, и скончался фактически у ее двери. Потерпевший проживал в этом доме вместе с матерью. Полицейские опросили женщину. Она рассказала, что сын последние 2 дня беспробудно пил. Он заходил в гости к знакомым в соседний подъезд. Там расположена квартира, которую местные жители, не стесняясь, называют притоном. По всей видимости, пьянствовал будущий потерпевший именно там. Патрульные задержали всех, кто был в том жилье – 2 мужчин и женщину. Однако известно, что там находился и еще один мужчина, который выходил вместе с гостем, а потом исчез. Разыскная собака, задействованная в поисках, отошла от дома на 100 метров и потеряла след. Главный подозреваемый объявлен в розыск. Это некто Эльдар. На вид ему около 50 лет. С места происшествия Михаил Сергеев, Анна Карпова и Павел Рогатин.